Расклейщикам объяснили, что есть только одно законное место для объявлений. Это специальные рекламные щиты. Кстати, на них есть телефоны, по которым можно обратиться для размещения своего объявления. Услуга эта платная, но цена символическая. Примерно 1-2 рубля в неделю за одну листовку. Все остальное является нарушением, уж тем более не украшением города-курорта. В городе любая попытка приклеить на столбе или на окне квартиры информацию о купле-продаже будет пресекаться. Более того, к нарушителям краевого закона будет применяться административное наказание. Были составлены заявления на данных сотрудников этой риэлторской фирмы на предмет того, чтобы привлечь к административной ответственности по 608 краевому закону. Данная статья предусматривает административное нарушение в зависимости от выявления, в какой стадии лица находятся. Должностные лица, либо они просто нанятые работники. Одним словом, штраф за расклейку объявлений на подъездах и столбах приведет не к удачной сделке, а к штрафу от 1000 рублей.